Господа, здравствуйте, война за Сурова. Сейчас соперника подберу. Кстати, микрофон сейчас включу. Так, первый соперник. Погнали. Включилось, да. Так, ну все нормально, ко мне нет. Что делать будем? Какая хитрая полянка. Ну давайте вот так раздвинем, да, может прилетит что. Можно сказать, ничего не прилетело. Еще раз двинем. Нет. Ну давайте будем надеяться на ватное по броне. Да. Ей хватило, желтых очень много. Убираем. Давайте в пустоту скинем с кристаллом вместе. И мы зарядились. То страшнее, непонятно. Так, так, так. Кто по классу этот стойкость? Боец. Тоже стойкость. Вот и выбирай, где камни есть, куда бросать можно. Об контру заряжаться. Ладно, давайте, погнали. Блин, капелюшка, да? Предлагаю бомбочку тут. О, есть. Ну-ка, заблочится. Пойдет. Сейчас стрелы прилетят. Ставим броню и, надеюсь, нас не убьют. Да, погладил. Утюжком. А вот это уже не погладит сейчас. На 560. Так, есть зеленые. Заяц промахнется. Так, Калмура не жалко. Заяц, ну попади. Есть, попал 480. Забираем. Надеюсь. Рана стоит. А нет ходов, прикиньте, вот один ход. И опять ходов нет. Где они? Вот один, да. Блин, так заклюют меня сейчас. Ну? Да, ткнули, все есть, как положено. Сейчас просто всех постелят, ребят. Я могу приготовить троечку на смерть, если один хоть кто-то живой останется. И что, получится, что я умер, да? А, нет, смотрите, выжил. Мало было здоровья. Короче, на соплях. 3+2, ребят. Из бьющих только Кингстон. Очень слабо верится в этот тапок. Бера недокачанная. Но зеленых дали. Поэтому, может быть, и не так все плохо. 5, 6, 7, 8. Быстрых зарядили. И больше снести нечем. Камешком одним. Жалко.
Ладно, в пустоту камни фиолетовые полетят. Нам это на руку. Дружок. Пирожок. Так, Брюнхильду включаем. Сколько атаку мы снизили? 51, а дружок снижает на 24. Поэтому дружка на в эту сторону. Так вот, миньоны. Крепкие, жирные миньоны. И что кинуть-то? Ну, давайте вот тут погнали. Шесть камней надо для зарядки Кингстона теперь. Считаем камни. Раз. А даже меньше уже прокинул немножко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И Брюнхильда зарядится даже. С ускорением. Вчера написали мне в комментариях, Брюнхильду не понимаю. Вот. Разгоняет она до шести камней, Кингстон заряжаться начинает. Так, смотрите, вот эта Бера ставит антиприслужников. Поэтому даже не жалко, что Телурия ультанет. Ну, конечно, подхил включит. Давайте понадеемся, что еще доклюют эти миньоны. Немножко не доклювали, да? Ладно, давайте вот так. Есть. Забрали. Да, миньонов поставить не получилось. Так, Сартанел упанет. Ну, давайте потерпим ее. 730. Неплохо вжарило. Так, где зеленый-то взять? По команду разогнали. Ой, блин, не этот, не ультанул. Что-то задумался. Так, пойдет миньон, еще ставим, успеваем, да? Поскольку миньона уже? По 243, неплохо. Давайте еще в пустоту. Все, погнали. Ну, блин. Подхильчик небольшой, ну ничего страшного, да? Миньоны это уже как бы полбеды. Девятьсот восемьдесят. Неплохо. Раз, два, три. Добили. Три восемьсот, четыре пятьсот. Разница, конечно, колоссальная, я считаю. 500 еще как-то никуда не шло. А все, что больше, это слишком много. Так, троечка желтая стоит красиво, да? Ну, давайте, может, что-то еще поформируется. Нет. Ладно, тогда держи. Одного хотя бы забрали. Так, ну комбо только вот такое есть хорошее. Раз. И сейчас нам удар на крепкий поймать. Может зеленый вверх кинуть. Вот эту. Ну как соединить. Может желтая придет. Ну давайте, это лучший вариант. Да, вот она. А я хилов вроде передвигал, почему-то они все равно рядом получились.
Сейчас будут стрелы. Ранвир. Так, ну надо тут замедлять, тут трое. Ранвиру я слепоту повешаю. А он не слепится. А нет, этот слепится, он ядом не травится. Ой, чихнул. Будьте здоровы. Блин, нет, ко мне что-то это так-то не очень весело. Затюкивает, а надо еще 3 камня как минимум. Ну давайте, как советует. Так, 3 камня пришли. Добили и без комбо. Фу ты ебнутый, а. На каких соплях выжили? Вы посмотрите, сколько он корешков наплодил. 500 здоровья лишнего прибавил. Ну, предлагаю 3 в него кинуть. Он еще один родил, прикиньте. Тоже глисты гонить надо. Так, Сишат снимает броню. Элканин потом по этой срезанной броне бьет. Все правильно человек сделал. Чем мы можем противопоставить этому всему? Тихо, не можем. Комбо нет, желтых нет. Ну давайте опять желтый искать вот здесь. Так, опять нашли. Обошел. Ну ладно, в броню ударил, может поменьше. Хер там, хером вжарил. Стрелы. И добьет кого-то. Ух, беда. Так вот мы снимаем усиление, да? Нет, мы только блокируем. 2 большие разницы. Сейчас тычки ни от кого нету. Но надо кого-нибудь добить. Две тычки. С одной в пустоту лисю зарядится. Так это мало, да? Надо опять где-то, ребят, желтый искать. Больше вариантов нет. Одна меня не спасает. Ладно, короче, я вот тут взорву. Все-таки одну хотя бы возьму. Подрезаем. Вот 3. 2 хилов убьют, будет обидно, конечно. Смотри, даже боюсь. Пук-пук. Да. Блин, не сдох еще. Давай комбо x3, минимум 4. Я по этой горсточке желтый устал искать уже. Так. Блин, опасно. Так. Тут. Блин, но он подхиливается. Кто живой останется? 6%. Щит маны, ё-моё. Ну на, убивать эту. С миньоном. Ё-моё, ребята. Чё делать-то? Так вот добиваем его. И что-то Сишат надо противопоставить.
предлагаю, короче, выкинуть все. Желтые. Добили опять на соплях. Ё-моё. Что за война такая нервная? Так, следующий. Фиолетовая моно моё. Любимая. Кириллом разбавил. У них хила нету. А тут еще стрелы. Так, ну тут мне кристалл дали. 5, 6, 7, 8, 9. Может сразу этого зарядить еще? Да ё-моё. Это что такое-то? За что? Непонятно. Давайте в угол вот так раз. Да на втором заряде вот тут пропили, в принципе, да? Желтый взрыв. Чтоб фиолетовых добавить. Пойдет вообще, я не знаю, всех раскидало. Опять чемпион по комбо. Раз, два, три. Елочка, гори. Пойдет. Вообще не думал, что да, произошло. Всех сдуло. Красная моно, ребят. Хила мало, конечно, в красном моно. Но будем надеяться на дамаг. Ё-моё. Это ж подарок, ты смотри какой. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все зарядились. С критами еще. Ну, вообще красиво. Там уклоняются, тут сносим. А, тут зеленый опять же. Значит, надо здесь носить. Блин. И атаку, короче, я прямо сейчас усилю. Да, уклонение. У Марияшки. Теперь надо аккуратненько как-то. Ну, давайте вот так. Нет, ни хрена не аккуратненько. Камень красный хотел найти и взорвать его. Теперь надо что-то делать. Так вот, пододвигаются, но не то. Блин, медленно все это. Срезка под красных стоит, надо сейчас туда камень бросить. Есть. Одна срезка, да, осталась? Давайте троечкой, чтобы наверняка бульк есть. Еще тройку берем. Кто-нибудь зарядится? Быстро средние зарядились. Так, я не добью. Но к этому надо стремиться. Да, чуть-чуть не добил. Ладно, пойди переживем. Молодец, Ригард. Держи, вот два камня сейчас пролетит. Так, так. Да, и остался зеленый против красных. Поищем, сейчас найдем что-нибудь. Так. Блин. Так, так, так. Он еще ждет, еще один ходик прокинем сбоку. Давайте тут поищем теперь. Элканин, да бесполезный вообще, я не знаю. Ну, на маленьких уровнях хороший. Че вот он там копейки какие-то отхилил? К
средние зарядились. Раз, два. Да, вот тоже 3-2 получается, по большому счету. Трое быстрых зарядились, потом трое средних зарядились. Синие моно, ребят, осталось 3800. Блин, тут красный только один с краешку стоит. Зато какой он, блин, прохило, следаст хороший. А потом страшное происходит что-то. Блин, на Кигеброда заряжаться вообще не этот. Не советую. Так вот, кристалл собрать советую. Может быть, кто выживет еще. Пять, шесть, семь, восемь. Зарядится двое. Поэтому надо взрывать сейчас. Натыкали. Так, усиливаемся, режем. Пробуем убить кого-нибудь. Ё-моё, а. По чуть-чуть у всех осталось. Ну ладно, что делать. Будем надеяться, еще дадут камней. Теперь надо что-то скинуть комбетинкое такое, да? Не знаю, что. Вот это, наверное. Срезала броню. И опять ходов нету, вообще один ход остался. Да как так получается-то? Реально нету ходов. Блин, зарядился этот психопат. Вавилин кидать не советую, она сейчас тоже зарядится, поэтому лучше вот тут поищем что-нибудь. Бух, полетели. Бам. Будет лупить сейчас. Бам-бам. Бам. Так я все, короче, проигрываю. По большому счету дамага не хватило. Должен был умереть кто-нибудь, а никто не умер. И за счет этого я не выигрываю нифига. Ну, давайте еще один кристалл соберем. Это уже не поможет, все мертвы. Дотюкали. Ладно, пойдет. 5 шотов есть, хватит. Результат прикреплю сейчас. Ну и результат, ребята, проиграли мы. 3 тапка у нас осталось, 5300. 2 тапка у них, 2600, у них больше. Ну так Джекс меня какой-то обошел. С Николаем у нас одинаковое количество очков. Что-то тут подвальчик небольшой. Ладно, не буду дожидаться конца. Вот вам сундук титана добавлю в видео. Не густо. Ладно, ребят. Синий сундук, смотрите. Удачи. Пока-пока.